Штрафным, Калятка, и прямо в руку. Соглашение, что против своей команды играть он не сможет. И здесь очень опасно было. Наносил удар праздника. Но выбора нет, команды в равных условиях, поэтому нужно вам разбираться. Великолепно! Еще наносит 5. В особенности. Продолжается, как наши футболисты. Забрали деньги. Сегодня может быть опасно. Иванов. Опаснейший удар нанес. Заброс. Сегодня предоставился шанс выйти в основе. Ой, удар. Не точно. Вера, сюда! Все опасно! Как хорошо! Еще один удар! Блокирует головой. Василенок его. Не опасно. Удар! Сильный удар. Калятка. Партнер подключается. Лисакович на Вереса и как же так? Давайте посмотрим повтор. Отлично, Лисакович. Просто великолепно. Лисакович там справа открывается. Рочев. На Рочева мяч. Отправляется Никита Рочев. Классно здесь крутил и... И гол! Евгений Чеботаренко! Как опасно здесь. Игрок Гомеля штрафной удар. Рикошет был. И штрафной на левый план. Подача. Удар поворота. И... удар. Евгений Чеботаренко, здесь такой Гомель. Отправляем его. Здесь атака. Полностью пока инициатива в стороне Гомеля. Много атак. Удар! Нашего игрока уходит мяч. Запрос на правый план. Одну касаемо. Удар! Калятка там впереди открывается, и мяч проходит, и Михаил Калятка 1-1 выходит! Калятка! И... момент шикарный. Ну, что-то с ногой у него левый. Освобождают. 27-й номер Гомеля остался здесь. Впереди Розыщенко. Да, поворотом головой. Подкинул мяч и здесь удар поворота. Да, не! Просто какое безумие! Вот это да! На 93-й минуте! Тоже стал автором. На второе место в чемпионате.